Мне 16. У нас сегодня родительский чил с мамами. Мы сейчас будем снимать ТикТок на чиле на расслабоне. Пока никто не видит, я, короче, вору еду. Мам, нас не кормят! У нас все собирают! Пожалуйста! Мне сегодня 91. Я вообще не понимаю. Это мне так приятно! Мне 16. Я только проснулась, ребята некоторые до сих пор спят. Например, Юля. Собрались все мамы наших девочек и получился мам-хаус! У меня мама первый раз вообще в хип-хаусе. Она ни разу не видела ни девчонок в жизни, ни Заира, никого. Привет. Проснулась. Мама, ты что тут делаешь? Привет, мама. У нас сегодня родительский чил с мамами. И первым делом я хочу позавтракать, но перед этим мне нужно взвеситься. Ты пойдешь со мной? Ой, как больно, как плохо. Это пристанище Германа. И у единственного Германа есть рабочие весы. Они стоят вот здесь, потому что на ковре они показывают 100 килограмм. Я очень надеюсь, что они врут. Господи, я и так ничего не ем. Откуда еще 100 грамм добавилось? Я ее поздравила вчера. С днем рождения тебя. Так, что вы вообще все тут делаете? Уйдите отсюда. Ты что, мне руку не могу, не могу голодать? С днем рождения, все, давайте, все пошли отсюда. Реально, вы что, больные? Очень неприятно, больше к тебе не придем. А сейчас я покажу вам свою маму. Она приехала утром, вот такая вот прекрасная мамочка моя сидит. Вы с ней, наверное, не знакомы, но только по моему ТикТоку. Но Ютуб ее еще не знает. Давай, мама, блистай, чтоб тренды были. Хорошо. Приехала совсем на один денек поздравить дочь с 19-летием. И вот наступил тот самый момент. Стукнули 19 лет. Эти годы пролетели очень быстро. Итак, наши мамы приехали и выживают нас из нашего дома. Девочки, мальчики, что скажете? Они реально говорят, мы приехали, выселяйтесь, мы заселяемся. Да. Я обратила внимание, что девчонки смотрят за реакцией друг друга. Мне кажется, им важно, чтобы они там друг друга не обидели, чтобы... Ну вот как-то видно, что они эмоционально друг в друге, ну, задействованы, да, участвуют. Вообще очень хорошая атмосфера в доме, несмотря на то, что там бардак. Нравится? Да, еще раз. Но это прикольно было. Катя очень прикольная и смешная. Прям очень прикольная и смешная. Что фигня? Они разные. Я сейчас крашусь, собираюсь на семейный вечер, как девочки это называют, мам-вечер, только моей мамы нет. Моей мамы нет, потому что у нее отпуск раз в году, и я очень берегу мамин отдых, и поэтому мы с мамой приняли решение, что пусть она лучше спокойненько отдохнет. Я надеюсь, что мамы собираются в первый, но не в последний раз, и мама еще познакомится со всеми. Здравствуйте. А здесь какой-то домик есть на участке маленький. Я не знаю, можно ли туда идти. Здравствуйте. А здесь вот такой вот домик маленький. Мы хотели спросить, а что за домик? Здесь все работники живут. Вот дворецкий, повар, вот бухгалтер наш живет тут. А вообще я хочу вам сказать, что вы моего Германа избаловали. Он приезжает домой, оставляет за собой грязную посуду, не убирает. И даже может вытереть полотенцем чистым какой-нибудь грим с лица. Так и все, оставить и уйти. Ну да, это так просто... Что вы, так что раз вы их избаловали, вы приезжайте ко мне домой тоже убирать. Хорошо. Первый раз приехала я в этот дом. Посмотрите, как тут ребята живут. Приезжаю, тут приехали мамы еще других блогеров. Мне очень с ними было приятно пообщаться. Я готова. Знаете, что сделать? Знаете? А я не скажу, потому что я не готова. Мы сейчас будем снимать ТикТок на чиле на расслабоне. Если вы хотите заменять мат,
Есть вот такое вот движение. Один лайфхак. Знаешь, честно, как только мы с Катей познакомились, я подумала, что мы никогда в жизни не будем дружить. Она, знаете, была такая вся из себя, типа, сучка, как она показывает. Последний раз я свой день рождения праздновала, ну, именно вот так вот, типа, с семьей. Наверное, в классе 8-м, может, в 7-м. Знаете, так по-семейному чисто, чисто на чили, чисто на расслабоне. Не хватает тети, дяди, бабушки, дедушки, тети Зои, дяди Васи, дяди Пети из второго подъезда, сестры, наёмные сестры, еще брат из другого двора, который тогда был не самым близким, сейчас не такой близким. В общем, не хватает всех родных, но сегодня собрались самые любимые. Я желаю, чтобы ты никогда не загонялась, никогда не грустила. Чтобы ты всегда такой же оставалась, такой веселой Катюхой. Сейчас я приду, народ! Аккуратнее! Я прыгаю, я ловлю! Давай! Нет, страшно! Ты давай! Раз, два, три! Yes! Yes! Телефон разбила. С двух сторон. Смотри! Я, как обычно, опоздун, и моя мама сегодня тоже опоздун. Да, это твоё опоздун с тобой. Да, пойдёмте, там уже что-то началось. Пока никто не видит, я, короче, ворую еду. Катерина, день рождения, и у нас тут такой милый домашний стол. Мама Германа, мама Кати, там еще Валюха сейчас подойдет, мама Валюхи. Мне сегодня 91, мы собрались вот так вот за столом. Мы прибыли, мы опоздуны. Просим тебя прощения влюбить. За опоздание. Ничего страшного. Мне, конечно, очень приятно, что вот в кругу друзей, подружек у моей дочери, у Валюшки, вот есть Катюшка, вот, и Юля есть, ребята другие. Мне это очень нравится. Это вот у них как, ну, маленькая своя семья такая, вот, сестры, братья они. Это замечательно. Первый раз за все это время я вас лично увидела. Мне все прям интересно, какие вы... По-настоящему такие или что-то? По-любому вы бы в жизни не увидели. Так вот какие есть, они такие есть. Ребята сейчас намного сдержаннее, чем ведут себя обычно. А я наоборот хотел сказать про то, что мы почти, на удивление, не сильно поменялись от того, каким обычно. Ну нет, вы такие сдержанные. Я не чувствую. Я тоже не чувствую. Катя, я тоже. Вы представляете, ребят, вот если бы наши мамы не были вот такими мамами, которыми они у нас являются, возможно, мы не были бы самим собой, и мы бы сейчас здесь не сидели. Это точно. Потому что любовь и поддержка мамы – это самое важное вообще в жизни ребенка, и каждый ребенок навсегда связан со своей мамой. Мам, я тебя люблю. Вообще, эта идея вместе собраться с мамой и пригласить родителей очень классная. Я знаю, что ребята давно называют себя семьей. И первый раз, когда я увидела у своего сына Германа в телефоне чат «Семья», в котором меня нету, мамы, мне стало как-то странно. Ну, как бы, семья? Но потом я поняла, что действительно для них семья, они самые близкие люди, и, наверное, надо эту традицию расширить и хотя бы раз в какой-то период собирать и братьев, сестер, бабушек, дедушек, мам, пап, и все вместе собираться было бы тоже здорово, на мой взгляд. А у Кати есть секретный гость небольшой. Секретный гость? Да. Я волшебник, который удивляет президентов. Вот, когда будете общаться с президентами, они обязательно вам обо мне скажут. Я хочу вас немножко удивить. Что-то такое практическое, договорились? Да. Давайте проверим мужскую логику. Берем десятку, положили сверху. Где десятка? По идее, сверху. Да, это сложный пока эксперимент, да, она может туда-сюда летать, поэтому да. Женская интуиция, не знаю, как работает, посвящен другим законам. Девушка красавица. Взял десятку, положил сверху. Где у вас с вами 10? Снизу. Если перевернем, то, да, женская интуиция очень интересна. Вот колода карт твоя, чтобы я вообще не трогал. По одной карте вот таким образом перекладываем. Кать, в любой момент просто скажи стоп. Мы проверим твою интуицию, все что угодно. Хорошо. Волнительный такой момент. Не-не, все равно. Я еще не чувствую. 50. Так, какая? Правая, левая, которая в руке какой выберет? Точно? Да. Переворачиваем. Я не знаю, как ты это делаешь, да? Колоду карт с одной стороны, а с другой стороны. Мы возьмем эту десятку. Положим ее сверху. Накройте колоду карт сверху снизу все вместе. Накройте. Да.
Девиз какой был у мушкетеров? Один за всех, и все за одного. Да. Чтобы вы всегда выиграли, чтобы никакие там карты лишние не были. Вот чтобы каждый ого. Раз... Я вообще не понимаю. У вас телефон, а у вас троечка. Yeah. Ну я говорю, вы просто идеально подходите, я поэтому и перепутал, может вы сестры реально. Представьте, когда вы в первый раз влюбились. Что такое было яркое, приятное? Когда человек испытывает чувства, много энергии выделяется. Чувствуете, кстати, тяжело. Монетку? Да, я понимаю. А, медленно открывайте ваши ладони. Открывайте, открывайте. Друзья, я видел сильных людей. Вот это вы натерли, а! Заир, иди сюда, смотри, сейчас фокус покажу специально от Юлии Гаврилиной. Смотри, я выбрала карту, тебе ее не показываю. Складываю на стол. Тут стоит карта, тут колода. Прямо сейчас мы угадаем, что тут за карта. Точнее, это сделал не я, а ты. Все только в твоих руках. Смотри, у нас в картинках что есть? Валет, дама, король, туз, правильно? Да. Выбери две картинки. Валет, дама. Валет, дама. Хорошо, валет и дама выбери. Завертай, дама. Валет. Валет, крестик. Открывай карту. Ты что, валет, крестик? Так это ты только что сам выбрал. Крестик это ты. Ты же сам выбрал крестик, ты сам выбрал валет. Да. Мы для тебя, мама. Моря и океаны для тебя. Да не буду этого делать. Все точно не сбудется. 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 Желаю от всей души творить, продолжать, радовать нас своими видео, всякими смешными видосиками, приколами с ребятами по дому. Только самые наилучшие пожелания. В общем, оставайся всегда такой же классной, позитивной, доброй. Мы тебя все любим. تيجي جنب نقعد نتسلم ضيع وقت الروح الضلة ماما я честно говоря уже устала. Это было то, чего я точно не ожидала. На самом деле я никак не хотела исправлять. Это все чисто ребята. Я реально, я не ожидала. Приятно. Очень хорошие ребята тебя окружают. Да. Мы тебя очень сильно любим, и я тебя очень сильно люблю. Иди сюда, я тебя поцелую. Катя, я тебя безумно сильно люблю. Ты навсегда в моем сердце. Мы очень много что прошли вместе. Желаю тебе, Кать, идти так же только дальше. Чтобы тебя окружали такие классные друзья, как мы. И просто, чтобы ты была счастлива, мне кажется, это самое важное. Ну вот и все. День рождения подошел к концу. На самом деле я в шоке. Честно говоря, я никак не планировала праздновать свой день рождения, потому что это 19 лет, знаете, не 18, не 20, так определили 19. Думала, что это пройдет как обычный день, но ребята мне такое устроили, и на самом деле очень приятно. Я очень обрадовалась. И в эти моменты я понимаю, что люди, которые окружают меня, самые лучшие. И я в них не ошиблась. Я их очень сильно люблю, ценю абсолютно каждого. И себя тоже люблю. А вы обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Там, как говорится, делайте красную кнопку серой и синей. Знать всем пока! Очень приятно было познакомиться. Вы мне даже было все приятно, верно? А что? Прощаешься, что ли? Нет, я через просто... час приеду. Я держу тебя, чтобы ты не улетела. Абонели, 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 абонели.